Добрый день! Ура, я в прямом эфире, потому что у меня какие-то были технические неполадки. Я не знаю, как в итоге это видео сохранится, в каком качестве, и все ли будет хорошо, но надеюсь, что все будет отлично. Сегодня чудесный день, 14 февраля, кто отмечает всех с праздником, в общем-то, всем счастья, любви, здоровья, красоты. И сегодня будет распаковка моего заказа по второму каталогу, это мой второй заказ, первый я получила уже давно, вот, но по состоянию здоровья я не провела прямой эфир. Поэтому поехали. У нас с завтрашнего дня, точнее уже завтра заканчивается последний день регистрации на wellness-трансформацию, поэтому я подготовилась и я участвую в wellness-трансформации, вот так вот. Там есть определенные условия, а так проект очень крутой, интересный, будет идти 4, по-моему, каталожных периода, да, подписка, и... В общем, всем рекомендую обратить внимание на wellness-трансформацию. Кому нужна дополнительная информация, пишите, ищите на сайте. Ну, кто из моей команды, пишите мне. Кто не партнер Oriflame, тоже пишите мне. Все остальные пишут своим наставникам и узнают про эту wellness-трансформацию. Проект будет не только про... здоровье, скажем так, там будет информация и по уходу за лицом, и по ведению социальных сетей, и еще очень много-много всего, я даже не могу запомнить, но, короче, очень круто. Очень круто, что компания такое вообще устроила, и там есть обязательно условие иметь подписку Wellness, поэтому прочитайте обязательно эти условия, обязательно оформите эти подписки и участвуйте в этом проекте абсолютно бесплатно. Вот, ну, тем более я еще в прошлом каталоге хотела сделать подписку на этот коктейльчик, так что сейчас все сошлось в идеальном балансе. Я коктейль этот уже пила, мне он очень нравится, потому что он заменяет прием пищи. У меня обычно с обедом проблемы, я не обедаю нормально, поэтому у меня этот коктейль идет всегда на обед. Он полностью по составу сбалансированный, там белки, жиры, углеводы, витамины, в общем, как прием пищи полноценный, при этом калорийность его 200-250 калорий, смотря на каком молоке вы будете его пить, либо на коровьем тогда 204 калории, и там что-то около 250, если на растительном пить. Я уже пробовала ванильный коктейль, все-таки я остаюсь на шоколадном, мне очень понравился именно в шоколадном формате, очень питательный, очень вкусный, прям божественно вкусный вкус, и самое главное то, что ты насыщаешься, это правда, самое крутое, хватает мне его часа на 4-4,5. Вот, поэтому, ну и да, бонус, можно контролировать свой вес, можно даже сбросить его. Мне понравился этот коктейль за то, что на нем очень хорошо уходит подкожный жир. Вот, и я это отметила не одна, у нас несколько человек, кто пили эти коктейли и пьют, отметили то, что очень хорошо уходит именно вот этот жирок противный, который обычно очень сложно уходит. Вот. И даже если вы не будете ставить себе цель сбросить вес, вы вес как бы на нем, ну, может, 1-2 килограмма сбросите. Вот, если прям ничего не будете доедать этими калориями, ну, из вредных продуктов. Потому что как у нас бывает, да? Мы знаем, что теперь прием пищи у нас 200 калорий, пойду-ка я еще шоколадку съем, да? Вот, тогда, конечно, навряд ли вы скинете вес какой-то. Но если вы просто реально замените прием пищи коктейлем, вы явно почувствуете облегчение на 1-2 килограмма. Я бы вам рекомендовала все-таки не на весах все это дело измерять, а сантиметром. Вот реально. Я эту ошибку допустила, я как-то тоже... Ну, я вообще не ставила цель, что я там похудею, сброшу и так далее. А жаль, надо было измерять все-таки сантиметром объемы и потом смотреть, сколько уходит. Потому что у меня очень хорошо ушли руки. Вот эти вот, ну, в общем, руки, жирок вот этот, вот тут вот он висит обычно, вот, и не только у меня, поэтому очень классно. Я думаю, что, в принципе, по всему телу процент жира уменьшился, потому что, тем более, я взвешивалась на весах Танита, у меня очень хороший стал показатель процента жира именно в организме, по-моему, мне было 23%, что ли, но это прям, для меня это прям мало, потому что у меня всегда процент жира был, ну, 26%. 26-27. И я всегда думала, как же это уменьшить, и тут я просто пропила одну банку, или не одну, уже не помню, честно. Не, наверное, все-таки одну тогда... Нет, не одну.
Не помню. Вот, несколько, короче, упаковок я уже пропила и просто взвесилась и офигела от того, что процент жира реально уменьшился. Вот, так что на жирок он точно работает, и он его уменьшает. Ну, за счет калорийности, конечно. Вот. А, дальше поехали. Это, короче, на wellness-трансформацию я взяла себе коктейль. Ну и просто я давно хотела. Снова мусс свой любимый взяла для волос, потому что у меня короткая прическа, и я пользуюсь теперь муссом всегда. И, кстати, заметила, что, честно говоря, волосы дольше сохраняются чистыми с этим муссом, нежели без него. Вот, потому что, когда у меня несколько дней не было этого мусса, и я мыла волосы, у меня прям, ну, загрязняются корни очень быстро. Мне это безумно не нравится, поэтому я купила его снова. Просто он закончился, я запас не сделала. Вот, конечно, прикорневой объем есть, там все дела, но я еще пользуюсь, знаете, шампунем. Вот, с шампунем пользуюсь и кондиционером из серии Hair X, который идет для роста волос. Вот, ну, против выпадения или для роста он идет. Мне очень нравится, он тоже объем дает, и прям когда вместе. Очень круто. Можно пользоваться другими шампунями, но тогда будет другой немножко эффект. Я уже это пробовала. А, так, дальше. Дальше у меня лак. Заказала себе вот такой по распродажке. Лиловый. Красивый оттенок такой, весенний. А, за 99 рублей что не заказать. Там мне нравятся эти лаки, потому что они быстро сохнут. Там еще по распродаже было мое любимое средство покрытия, которое прозрачное идет вот из этой же линейки On Color. Но его не было на складе. Как бы все уже, похоже, разнюхали, что оно крутое. И все его разобрали раньше меня. Мне было чуть-чуть обидно, если честно. Прям обидно. Не чуть-чуть. У меня не осталось в запасе этого средства. А я им пользуюсь. Потому что реально лак держится очень круто с этим покрытием. Ну, Зывановское мне не нравится, так как On Color, реально. А, еще купила, смотрите, какую прелесть себе. Это палитра это палитра теней для глаз. Вот. Из новой нашей коллекции, лимитированной к 14 февраля, видите, все в сердечках. Интересно, они пахнут шоколадом? Навряд ли. Но попытка была. Нет, они не пахнут шоколадом, но смотрите за то, какие красивые цвета, ну просто потрясающе. Тут и коричневый такой золотистыми блесточками, и бежевый матовый, и бежевые вот эти бронзовые шампань, я очень такие оттенки люблю, и еще какой-то, ну даже лиловый есть, хаки, кстати, зеленый очень круто смотрится. На глазах, особенно на моих зеленых глазах. Вот, так что я купила себе такую прелесть. Я прям счастлива, когда ее заказала. Обожаю эти палетки. У меня таких палеток очень много было. Еще когда они были под брендом Very Me. Мне нравятся они, потому что много цветов. Мне не нравится, что реально мало. То есть есть оттенки, которыми я прям пользуюсь. Это обычно все оттенки бежевого. И они у меня заканчиваются в лед. Ну, просто в первую очередь. И потом приходится докупать отдельные тени именно в бежевых тонах. Вот. Но за то, что там есть еще всякие такие вот интересные цвета, которыми можно играться и делать разные макияжи, это прям здорово. Мне прям эта палетка сразу же понравилась, как только я увидела в каталоге, потому что есть палетки, которые, ну, цвета которых я точно не буду использовать, и я знаю, что смысл покупать. Вот, легче тогда собрать свою палетку из линейки The One, вы знаете, наверное, у нас есть тени Refill, вот, и набрать себе там кучу оттенков, которыми ты будешь пользоваться. Кстати, ну, скажу так, в рефилах не все оттенки есть классные, которые есть вот в этих палетках. Вот это мне не хватает всяких там бежевых, матовых, перламутровых, какие-то такие базовые оттенки. Там очень много ярких оттенков, красивых оттенков, но вот базы мне не хватает в рефилах. И я как-то составила себе палетку рефил. Знаете, она какая у меня? Оранжевый, апельсиновый, бронзовый и медный. И все получились оттенки просто на тон разницы. И все в одной палитре. Я такая, что? Почему так получилось? Ну, я такие цвета выбирала в тот момент.
Так, теперь про заказики. Небольшие заказики. Это смягчалочка, которая у нас сейчас идет со скидкой, по-моему, 99 рублей. Это брусника. Вот, поэтому кто любит наши смягчалочки и у кого заканчивается, и кто не пробовал еще с брусничкой, берите, очень вкусно. Вообще ягодные вот эти наши смягчалки, они очень крутые. Дальше. Заказ это тональная основа, какая? Матирующая тональная основа. У меня есть клиент, она вот всегда берет on color, вот так вот. Так что, видите, люди заказывают, им нравится. Причем не один каталог уже. Вот тоже тушь она же заказала. Это удлиняющая тушь. Кстати, еще одной девушке понравилась эта тушь. То, что он такие реснички длинные делает и хорошо разделяет. Тушь, по-моему, 179 рублей. Тоналка тоже. Ну, то есть такие смешные цены, но при этом ну, продукты классные. А у нас к 14 февраля вышел наборчик. Вот такой классный. Это крем и мыло с ароматом розы. Ну вот кто прям тащится по розе, чистому вот этому цветочному аромату, имейте в виду, сейчас такой наборчик можно заказать. Крем и мыло. Ну и также у меня пришли наконец-то продукты для обзора. Смягчающее средство. Нет, брусника. Брусника, клубника розовая, она вот такого цвета. Вот, она вот такого цвета у меня стоит. Дальше, пришли мне обозревательские продукты, на самом деле я их ждала, потому что у нас не было на складе в Новосибирске. Новый аромат, я уже посмотрела в каталоге, он там с гранатом, он там вкусняшный. Ну, по описанию мне понравилось, не знаю, как он будет звучать на моей коже. Тут написано Woody Fruity. Woody Fruity это что такое? Wood, это, наверное, деревянный фрукт. Это, наверное, гранат. Нет, вот это вот гранат. Эксклюзивный аккорд граната, символ красоты и власти. И силы, наверное, власти все-таки. И натуральный оригинальный алкоголь. Это то, что в компании Oriflame используется натуральный спирт в своих ароматах. Какой-то он там уникальный. Woody Fruity. Мне вот интересно, что за Woody Fruity. Woody Fruity. Какие-то ягоды древесные. Фрути. Вот, смотрите, как это выглядит. Позас. Вообще у Позас всегда упаковка клевая. Вот так вот. Розовая. Ну, не розовая, она как лак. Просто чуть-чуть посветлее будет. Лиловая такая. Черная такая вот штука тут есть. Открываем. Смотрите. Красота. Ну, может, не брусника там? Может, там какой-то другой ягода используется? Другая ягода используется. Позас. Рассказываю, как правильно вскрывать флакон. Берем, поворачиваем голову. И все, не надо дергать, а то очень многие срывают этому аромату бочку, и потом он сломанный. Так, поехали. Оп, как много аромата. Ну вкусненький, прям весна. Сейчас спирт выдохнется, это чуть-чуть спирта пошло, почему-то потом. Ну фруктовая композиция. В меру сладенькая, потому что фрукты это не какие-то, знаете, такие бисквитные сладости, восточные сладости. Но вот первая нотка мне нравится, прям вкусненькая, как будто я какой-то коктейль буду пить фруктовый со всякими фруктами. Посмотрим, как потом будет звучать. Но по описанию он мне действительно понравился. Я знаю, что мне обычно подходит, и если мне по описанию плюс-минус нравится, обычно мне потом прям заходит аромат. Так, это у нас набор кремчиков для рук к 8 марта. Видите, какая прелесть, да? Такая вот коробочка цветная, очень красивая, прям тоже весна-лето уже. Здесь у нас идет три крема с гордений, с лилак, это лилия, и с розой. А где это? Нету гордения. Пиона нету. Вот так вот. Жасмин был, да, у нас раньше. У нас было раньше роза, жасмин и пион. А теперь будет лилия,
розы и гордения. С лилией, конечно. Посмотрим лилию. Кремчики по 30 мл. Очень удобно носить с собой в сумочке. Не, нормально, кстати. Лилия пахнет нормально. Просто я не люблю лилию, если честно. Но здесь она достаточно свеженькая и не сильно яркий аромат. Так, гордения. Ну, гордения, я думаю, мне понравится, но не знаю. Так, надо не смешать как-то. Я понять не могу, что это за аромат, либо у меня смешались ароматы. Либо у меня какие-то последствия есть с обонянием. Я не сильно чувствую этот аромат. Он есть, но он какой-то прям невнятный. Да, жаль, что пиона нет. Он какой-то... Ну, как будто есть, а как будто нет. Вот такой аромат. У меня никаких эмоций он не вызывает. Ну, просто, знаете, вот если вы не хотите ничем, наверное, сильно звучать, как-то пахнуть не очень красиво звучит в слово, вот если вы не хотите какой-то яркий аромат, и вообще не хотите ничего чувствовать практически, наверное, гордения вам подойдет. Так, и роза. Ну, роза классическая история, да? Кремчика, кстати, много не надо наносить, прям чуть-чуть. Он, знаете, так размазывается, как вот эссенция, Essence & Co, точнее. Ну, роза. Вот, кстати, роза тоже не сильно яркий аромат. Вот в этом креме, мне кажется, он ярче, аромат розы такой прям бух. А тут он тоже такой приглушенный. Но так как я тоже не сильно люблю розу, аромат розы, мне нормально. Мне прям нравится. Вот. Мои странные описания этих кремов. Но в любом случае, это очень удобный формат в сумочку носить. Я даже знаю людей, кто прям любит именно наши крема по 30 мл. И все, которые у нас идут, вот эти зелёно-белые, там юбилейная коллекция раньше был, они именно их скупают, потому что в сумочку кинул и пошел. И крема нужно действительно чуть-чуть. То есть он у вас не закончится быстро. Как бы не хотелось иногда, он не заканчивается быстро. Вот. И, в принципе, это классный презент, я считаю, на 8 марта. Смотрите еще раз, какая коробочка. То есть это все упаковано, готовый просто подарок. И если, допустим, у вас там нужно сэкономить деньги, да, у вас бюджет определенной суммы, вы можете купить один набор и сделать 3 подарочка. Да, мини-подарочка, но, знаете, наши кремчики прям топовые. Когда даришь наши кремы, люди прям в восторге. Кто особенно не знаком вообще с орифлеймовской продукцией, они особенно радуются и потом начинают заказывать даже кремы для рук. Вот, потому что они им понравились. У меня есть одна девушка в группе, она прям вообще, мне нравится, как она рассказывает про наши кремы в сравнении с другими. Вот, ей как-то тоже подарили крем. Не орифлеймовский, она уже была тогда в Орифлейм, вот, но у нее все крема закончились, ей подарили крем, не буду говорить, какой марки, и она потом мне позвонила, рассказала, говорит, нет, но все-таки разница есть, вот, после нашего кремчика руки сразу увлажненные, гладенькие, шелковистые, бархатистые, приятные, главное, что действительно увлажняется кожа, а вот, а вот... Как раз кремчик, который ей подарили, ей не понравился он, потому что он какая-то текстура такая не очень приятная, не дает того эффекта, как после наших кремов. Причем она сравнивала, знаете, вот с этими самыми простыми кремами, да, которые у нас обычно идут там по 89, по 99 рублей. Вот. Это самые-самые простые у нас кремчики. Я тоже считаю самыми вообще простыми, не какими-то там сверхъестественными, как, например, молоко и мед там, или спа, вот это моя любовь, да, рассказывала в прошлом каталоге маска для рук, кстати, не всем хватило ее, да, ну, потому что надо заказывать-то раньше, за 199 рублей-то спа купить, это вообще даром, считайте, он обычно 299 рублей идет со скидкой, и
Она в восторге. У меня вот тоже очень много людей, кто любит наши крема по 30 мл, хотя мне кажется, тоже самый простой крем. Вот. Ну, в принципе, наверное, это все, что я хотела рассказать. У меня будет еще один продукт для обзора, как обозревателю придет, но он только сегодня поступил на склад, поэтому мне придется делать еще один заказ. Вот, про аромат. Я на эту руку брызгала или на эту? По-моему, на эту. Он стал нежнее, он стал в более цветочную сторону. То есть вот эта вот сладость фруктов, которая была в начале, она ушла. Сейчас, для сравнения. Да, вот сейчас спирт чуть-чуть выветрится. Тут он прям такой фруктовый, сладковатый, поэтому идет. А тут он уже, да, спокойнее, цветочнее. Нету вот этой сладости фруктовой даже. Так что, какой будет шлейф, я напишу в группе уже, в чате нашем. Так что вот такой заказ обязательно размещайте. У нас осталось 5 дней до конца второго каталога. Напоминаю, что он идет к 23 февраля. Сегодня нам компания выставила распродажу, поэтому обязательно тоже посмотрите, потому что многих продуктов из каталога уже нет на складе, но это не удивительно, потому что это праздничный каталог, все подарки всегда разбираются в первый день. А в следующем каталоге у нас будет к 8 марта он идти, поэтому все подарки, пожалуйста, тоже ориентируйтесь, делайте в первую неделю, в первые дни каталога, чтобы вам все досталось. Это абсолютно нормальная практика, потому что пока кто-то сидит и думает, что Oriflame никому не нужен, другие уже все заказали, все купили и не парят голову, да, не бегают там по магазинам, по сайтам и не ищут. Вот, чтобы у вас такой неприятной ситуации не происходило, всегда в первый день каталога размещайте заказ, ну, максимум в понедельник, да, на первый недели, тогда вы точно будете со всеми новинками, со всеми подарками оставаться. Ну вот 50 на 50 в воскресенье, потому что открывают сайт. Вот. А сейчас у нас компания выставила еще дополнительные товары для мужчин, поэтому можете тоже посмотреть. Там аксессуары, ароматики, даже мини-форматы есть. Из Novage для бороды, там для ухода за бородой, знаю, многим тоже нравится эта линейка. Кто-то даже страдал, что ее у нас как бы убрали, что это как временная коллекция выходила, но ее пускают по распродажам достаточно часто, поэтому если кто-то у вас прям пользуется, пускай закупит себе на год вперед и пользуется, чтобы не ждать дополнительных акций, когда вообще будет продаваться эта линейка. Я говорю про Novage Men, который у нас идет для ухода за бородой. Там есть у нас всякие такие штучки-дрючки интересные. Вот. Ну и все, в принципе. Кому нужен каталог, обязательно пишите мне, кому нужно оформить скидку 20% на всю эту красоту и покупать напрямую от компании, ни от кого не зависев, надо заказали, не надо не заказали, но и при этом еще получать классные бонусы, кэшбэки и подарки. Пишите, сейчас у нас условия очень простые, при заказе на любую сумму оформление личного кабинета абсолютно бесплатно. Все. Всем отличного дня и настроения. Пока-пока.